Вся территория возле Аликановских озер – это памятник древности, причем имеющий значительную археологическую и культурную ценность. Территория обследовалась известным британским археологом Городцовым еще в конце 19 века. На все памятники, которые сейчас вот мы имеем здесь, в середине 70-х годов были составлены паспорта археологической экспедиции Государственного исторического музея, которая находится на Красной площади в Кремле, автор Шаламеев. Вот сейчас мы находимся на территории Аликанова, первая стоянка, ну, где-то третье, второе тысячелетие нашей эры. А в то время, когда здесь были 70-е годы, здесь есть карьер, вот, сам разрабатывался для строительства дороги на Спасск. И сверх откоса был собран большой многочисленный материал в виде кремневых орудий, ну, и фрагментов керамических сосудов. Однако с недавнего времени над частью территории аликановских памятников древности появился железный забор, а также песчаный карьер. И уже сейчас, как утверждают ученые, уничтожено несколько культурных слоев. Могу добавить, что забор до сих пор Министерством культуры не согласован. В принципе, с этой точки зрения, с точки зрения охраны культурного наследия, он незаконен. Карьер, эта борьба идет давно. Ну, в принципе, согласовывали мы им с определенными ограничениями еще в 2000 году. Но в течение 2011-2012 года они срыли там пару памятников археологии, которые мы ведь не успели полностью исследовать. Рязанские археологи совместно с чиновниками из регионального министерства культуры регулярно совершают инспекционные поездки на место памятников старины. Кстати, и в этот визит ученым удалось обнаружить фрагменты керамики. Впрочем, остановить разрушительную для исторической науки разработку карьера археологи не в силах. Они надеются лишь на активные действия со стороны правоохранителей и государственной власти.